Так, слушай, Джек, мы где-то улетели с тобой на 30 тысяч блоков от той точки, и я предлагаю остановиться где-то здесь. Тем более, здесь две деревни. Ух ты, Ого, ух ты. красиво. Да, у тебя красиво сидеть на мне и просто наслаждаться видами. О, еще здесь есть пирамида. Ну ладно, в этот раз я просто хочу сделать дом отдельно от всего, где-нибудь на верхушке горы или просто посреди поля. А на самом деле, больше всего мне хочется где-нибудь в безлюдном месте, чтобы в этот раз нам никто не мешал и наша база была скрытна от всех. Предлагаю здесь, где-то в пустыне, но походу не выйдет очень скрытно, поскольку деревни везде вокруг нас. Что ж, приступаем к выживанию. Йочиков, ребята, всем привет, с вами, как всегда, король вампиров Градус и утенок Джек, охотник на вампиров. Всем привет, ребят. И я объявляю начало второго сезона выживания вампира, но в этот раз без оборотня. В этот раз будет моим напарником утенок Джек, и у нас объявляется новая команда Чип и Дейл. То есть, вампир и охотник на вампиров. И сегодня мы будем здесь делать нашу новую базу. Мы покинули нашу старую базу, поскольку, вы помните предыдущие серии, я захотел более безлюдную точку, это пустыня, но поскольку здесь деревня спавнится на каждом втором шагу, будет очень трудно отдалиться далеко от любых жителей, любых мобов, поэтому я начинаю что-то строиться здесь. А единственное, что я хочу, так это слетать в тропики, накопать там дерево или сделать здесь там песчаную что-то, не знаю, деревню. А, в общем, еще мы добавили один очень веселый мод на то, чтобы кататься друг на друге. Так что, если что, Джек, ой, не пугайся. У нас будет такой небольшой интерактивчик. Джек, быстрее садись на меня, быстрее садись, пока кадавр не подошел. Все, я превращаюсь в летучую мышь, и вот такой вот тимплей. Где бы еще вы увидели летающего утенка на летучей мыши? Я сейчас отправляюсь за деревом для верстака. И, ребята, я почитал комментарии, понял, вы мне действительно напомнили, что я хотел стать самым сильным вампиром. Да и вообще, вампиром-оборотнем, что-то среднее между этим всем. Поэтому я решил вернуть себе уровни и не становиться охотником. Пускай будет моим союзником именно охотник Джек, охотник-утенок Джек. И сегодня наша главная цель это сделать хотя бы основание для нашей новой базы. Да, ну слушайте, мне кто-то оставил одного, мне знаешь, что страшно в этой пустыне. Ни единого дерева. Я скоро принесу тебе дерево, проблема в другом, то что я как бы вампир, боюсь дня. И поскольку мы с тобой путешествуем только ночью, не забывай об этом. Сейчас мне нужно как можно быстрее сделать логово. Я принесу сейчас немного дерева только для самых основных инструментов. Мы с тобой делаем полностью песчаную базу. Я вижу, как луна уже садится, а ты бегаешь просто от всего. У меня есть 36 дерева, даю 18 штук тебе. Быстрее, 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 быстрее. Сделай тебе навес простой, вот такой. Да, допустим, хорошо. Блин, мне же понадобится шерсть, но сейчас ее нигде нету для того, чтобы скрафтить гроб. Ладно. Тогда я отправляюсь в деревню. Ничего не знаю, я побежал, пока не поздно. Так, защита от солнца. Все, я живу. Живу, 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 живу. Ой, все, начинаются негативные эффекты. Мне нужен телепорт. Еще телепорт не готов. Так, все. Я на пару секунд начал думать, что я тоже солнце боюсь и такой стою под навесиком. Поскольку это перезагрузка, я оставил себе единственное, что это 15 уровень, а Джек у нас начинает с самого начала. Только голая рука, только хардкор. Так, возьму-ка я сейчас все здесь. Броню. Джек, я тебе принесу тоже броню. Пускай кожаную. Так, немножко сворую у охотников. И вы писали, ребята, что я не оборотень. На самом деле я оборотень. Как вам показать? Ну, не хочу сейчас показывать, потому что у меня будут негативные эффекты. А здесь нету оборотня, ну и пускай. Надо пошастать по деревне, может здесь что-то есть полезное. Для начала пригодится. Вот она, та злополучная штука. Житель. Попью немного крови. А также, ребята, если вы досмотрели до этого момента, то, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы не подписаны на канал, то, пожалуйста, подпишитесь. Я буду вам очень благодарен. И также не забывайте, как только этот видос наберет, ну, допустим, 15 тысяч лайков, то мы с Джеком идем сразу записывать следующую часть. А мы продолжаем. Что ж, пока что Джек меня не слышит, Джек меня не видит, я покинул его, заберу это все себе. Это тренер охотников. Джеку он понадобится, чтобы обучиться, но я пока что возьму все необходимое у него. Вначале инструменты нам не помешают. Ну как инструменты, как-никак какие-то приспособления, допустим железо. Ограбим деревню насколько сможем. И я так подумал, наверное, как настоящий вампир, как настоящий вождь всех вампиров, король вампиров, я все-таки не буду долго задерживаться в пустыне, а перемещусь в лес вампиров и буду строить там свой замок. Берем сам. Самое необходимое, так, защита от солнца. Ай, защита от солнца закончилась. Нет, 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 я не умру. Пускай день, но мы не сдаемся, мы живем. Святая вода, кровь вампиров, святая вода и святая вода. Это все понадобится только Джеку. Для меня это мусор, для меня это бесполезно, тем более чеснок. Начальные инструменты у меня есть, начальные продукты есть. В дальних домиках я не был. Вот-вот-вот-вот сюда бежим. И немножко грабим деревню. Книжные полки мне не помешают. В будущем для проведения ритуалов, для зачарования предметов. Больше всего я хочу в этом летсплее именно найти себе собачку друга, но поскольку
поскольку собачка-вампир не слушается меня, я, наверное, не буду ее приручать, а просто сделаю обычную собачку. Немножко продуктов пособираем, пока я не умер. Регенерацию врубаем талант. Также, а что я говорил? А, впрочем, не важно, что я говорил. А, да, вот. Я хочу сделать новый вампирский меч. В этот раз будет это не пронзатель, а искатель. С одним мечом я походил, теперь хочу другой. И, наверное, самое время уже возвращаться к Джеку. Надо как-то теперь достать до жителей, чтобы съесть их. Мы выкрутимся сейчас. А мы вот так вот сделаем и все. Привет, привет, привет. Чем ты мне напоминаешь Игорька, моего старого доброго знакомого? Тебя я просто укушу. Ребят, хочу продемонстрировать, как работает броня охотников на вампира. Смотрите. Я надеваю шлем, и меня просто бьет яд. Я просто сейчас быстро пробегу и стану под деревом. От дерева к дереву. И самое время мне вернуться все-таки к Джеку. Так, градус, я все еще тут, и я накопал себе 3,5 стака песка. Ух ты, блин. Вот. Ух ты, блин. Неплохое начало. Все, наконец-то наступила ночь, и я хоть немного могу себя чувствовать приятно более-менее. Джек, я тебя где-то потерял, где ты там был? А, я вообще не в другую сторону, оказывается, бежал. Для тебя небольшая новость, то, что я так подумал, и поскольку я все же хочу быть королем вампиров... Меня сейчас убьют. Так, где ты? А, я вижу, где ты там бегаешь. Все нормально, садись на меня, сейчас будем улетать отсюда. Давай, садись, садись быстрее. Хопа, полетели. Мы меняем наш план действий, теперь мы пытаемся найти вампирский лес. А ты где-нибудь поселишься возле него, поскольку ты будешь охотником, прокачиваться, убивая вампиров. А я буду как раз подальше от жителей, от деревни, от всех этих обычных мобов. И, так сказать, чувствовать себя полностью в своей среде. Буду пытаться строить свой какой-никакой замок. По крайней мере, мы будем всегда вместе с тобой командой. Тут так красиво, слушай, я смотрю тут по сторонам. Так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум. Чтобы не мешать. Эти облака... Ой, так, что-то меня унесло. Все, Джек, хорошие новости. На горизонте появился вампирский лес. И тут я буду обустраивать свое новое логово. К сожалению для тебя, тебя здесь будут атаковать абсолютно все. Вампиры, оборотни, охотники и вся-вся нечисть. Ну, я предложу тебе сделать такой вариант. Ты можешь размещаться вот там в поле, тут в березовой роще, там в тропиках. Ну, это не тропики, это просто дубовый лес. А выбирай, где хочешь, куда тебя отвезти. Я вот хочу на полянку, только, пожалуйста, увези меня подальше отсюда. Прыгай, прям в озеро. У меня тут красивый такой охотник, с ним бы рядом поспать. Да, поспать с охотником, понимаю. Так, прежде чем начать свою деятельность в сфере охотника на монстров, я хочу построить себе домик и обжиться основными ресурсами для жизни. Знаешь, Джек, я так подумал, с самого начала именно там начинать делать дом, это такая себе идея, очень опасно. Не только в плане того, что там есть бароны, а в том, что у меня ничего нету, и я не скоро начну строить там замок. Это где-то через пару летсплеев минимум. Ладно, давай начнем с того, что мы хотя бы нарубим дерево. Хочешь построить домик? Ну да. Вот такую будочку маленькую, да? Надо же с чего-то начинать. Я всегда сразу строю такую, знаешь. Я тебя понял, чтобы на все село хватило. Да. Ой, меня сейчас на самом деле напрягает то, что у меня нету постоянного источника еды. Ну, может быть, каким-то образом я смогу пить кровь с тебя, но это такой себе вариант. Не надо, пожалуйста. Ой, здесь есть овечки, все, не пропаду. Отлично. Ну что, чики-бомбони, сделаем тебе чики-бомбоперенком. Ладно, не хочешь, так не хочешь. Так. Я хочу нормальных овец, я хочу себе устроить ферму, градус, не лишай меня этой возможности. Да, все будет, не переживай. Я сейчас просто восстановлю жажду. Я напился крови полностью, восстановил себе всю жажду. Возвращаюсь делать себе шалаши. В крайнем случае, это будет одна комната, мы ее потом расширим. А, да, я еще забыл сделать верстак. И надо будет сделать сундук, потому что у меня уже куча вещей. Джек, я забыл тут тебе отдать броню. Вот она одна броня, вот она другая. Она поможет тебе против вампира. Вот обычная броня. А также здесь есть лук, стрела, всякие зелья, святая соль, чеснок. Да. Это я у жителей украл. Там немного еды тебе. А сделаешь огород, вот тебе морковка, вот тебе семена пшеницы. Вот, собственно, сама пшеница, вот святая вода, вот клык вампира, если захочешь стать вампиром, вот серебряный меч против оборотней, вот лунный меч, а вот семена свеклы, вот она, вот верстак, вот свекла сама. Накидал. Ну, ты, конечно, щедро меня одарил, градус, я скажу так. Я знаю. Ай, меня паук атакует. Иди, паук. Ставлю два верстака сразу. Зачем нам два верстака? Пускай будет. Понимаю. Просто добываем дерево. Джек, рекомендую тебе заняться тоже тем же. Сделаем инструменты. Давай. Я сделал по топору, я сделал по кирке. Да, конечно. Дом из всего, что есть, будем строить. Не мы такие, жизнь такая. Я положил пока что в сундук все, что мне не надо. Волчья конь, не знаю, для чего он вообще может пригодиться. Ника, пускай будет у нас 8 железа. Я
я, наверное, сразу сделаю железную кирочку. Тогда зачем я крафтил деревянную? А, хрен его знает. У тебя еще дерево есть? Да, 15 штук держи. О! А если захочешь отправиться в шах, вот я, собственно, еще одна железная кирка. Джек, ты же у нас будущий охотник. Yes. Поскольку в этот раз ты с нуля у нас. Слетаю, поищу тебе деревню. Джек, тут два вампирских леса рядом. Под отлично, слушаем. Отлично, все. У меня твой тут целая рай, территория. Прям да-да-да, тут еще озеро в виде кривого сердечка. Ну, в принципе, а зачем не. Зачем мне клык вампира такие? На всякий случай, вдруг тебе захочется стать вампиром. Ну, знаешь, это такой соблазн, но я удержусь. Тоже верно, тоже верно. О, этот лес поистине огромен. Да, скорее всего, здесь буду делать свою базу. Он. Да что? Он реально очень огромен. Такое впечатление, что здесь сразу три биома вампирских леса соединились в один. Ну, это солидно, слушай. Он бесконечный какой-то, это возможно. Я вообще не вижу конца. Я один край увидел, а вот только нашел. Круто. Вот это лес, я как понимаю. Не стоит вообще соваться в этот лес. Пока что ты не стал охотником прокачанным, не советую, потому что тебя любой вампир может убить. А прокачанный вампир так тем более. Блин, полнолуние, я превратился в оборотня. В этот раз я буду уже белым оборотнем. Оборотень-вампир, как вот как раз у белого оборотня красные глаза максимально подходят под мой образ. Сейчас я вернусь к Джеку, и мы продолжим. Давай, я жду тебя. К сожалению, Джек, у меня не получилось пока что найти деревню. То их миллион подряд рядом вместе, а тут их вообще нигде нету. Зато здесь полно вампирских лесов. А, давай. Ну иди сюда, почему ты от меня убегаешь? А, ты стрелок, боишься ближнего боя, все убил. Мне нужно как можно больше человеческих сердец, чтобы восстанавливать себе здоровье. Какие-то они слабые, слушай. Я думаю, я никого, кроме прокачанных вампиров и баронов, не побоюсь. Я у него меч сломал, ух, какой он. Так, сейчас убьем, я его и кусаю, и бью с руки, убили. Джек, для этой серии нам с тобой надо хотя бы сделать пару пунктов. Это первый пункт, сделать мне гроб, найти меч, который я буду прокачивать, а его я смогу найти только в подземелье, в вампирской комнате или в лесу, и сделать какой-никакой стартовый домик. Ой, зачем Ой, ты на меня сел? Я на тебя случайно залез. Да, так, не надо на меня случайно залазить. А также можем сделать с тобой огородик. Как же мне нравится полнолуние, когда не могу превратиться обратно в обычного вампира. Она сильно превращает в оборотня. Так, я буду копать шахту градус, ты не против? Да, начинаю как раз этим заниматься надо, потому что сейчас начался день. А я не хочу день. Ладно, пускай я хотя бы не оборотень. Сложу все вещи, кроме кирки, сюда. И отправляюсь в вампирский лес. Так. Телепорт! О, сработал, теперь я в вампирском лесу. Буду собирать вампирскую орхидею. Все, Джек, давай тебе удачи там в пещере. А я пока что поблуждаю по вампирскому лесу, пособираю орхидеи. И может что-нибудь еще интересное найду, возможно, здесь тоже пещеру. И найду себе наконец-то меч. Ой, оборотень. Хорошо, а я буду бегать в поисках алмазов. О-о-о, первые приключения пошли. Оборотень-охотник бегает, просто убивает всех подряд. На самом деле это неинтересно за ним наблюдать, потому что один оборотень может перебить целую армию охотников. Но мне сейчас не до тебя, прости, дружище, но как-нибудь в следующий раз за тобой понаблюдаем. Так, здесь у нас барон вампиров 3-го уровня. С ним я тоже сейчас связываться не хочу. Пока что займусь просто добычей вампирской орхидеи. Если найду какую-нибудь пещеру или что-то похожее на пещеру, сразу отправлюсь сюда. Привет, вампир. Ну, можно подлететь, в принципе, посмотреть сдалека. Сдалека ничего нету. Зато есть болото. Ну, болото мне не особо интересно. Мне больше всего важна пещера, допустим, вот это. Так, ну я вижу уже железо. И вижу, что здесь есть охотники. Охотники мне не очень нравятся. Для начала нам все понадобится. Поскольку все идет с самого начала, от этого никуда не укрыться. Привет, крипер, ты меня боишься, это я знаю. Кстати, ребят, хочу сказать, что Джек меня сейчас не слышит. Поскольку мы с ним довольно далеко, будем мы слышать друг друга только когда находимся близко. Так что, если вам интересно, что он там делает, чем промышляет, да и о чем вообще болтает, переходите на его канал и посмотрите видос от его лица. Бедный крипер боится меня. Ой, как много здесь всего интересного. У Сильвер руда может пригодиться против оборотней, но я не особо ее хочу подбирать, потому что сам являюсь оборотнем. А вот золото мне может пригодиться для всяких инструментов, ритуалов и вампирских штук, потому что вампиры довольно любят сильно золото. И лазурит мне тоже понадобится, потому что я собираюсь зачаровывать свои инструменты и будущее оружие. Редстоун, наверное, соберу как-нибудь в следующий раз. И хочу снова же напомнить, сейчас моя главная цель — найти комнату вампира. И желательно в нем найти меч. Но шанс того, что там будет меч, не такой уж большой, поэтому будем полагаться на удачу. Это очередной тупик. Вроде бы пещера и большая, но ничего не понятно. О-о-о, вампир, здравствуй. Золото, значит, если я вижу золото, мы здесь точно не были. Одно, второе, третье. О, скелет, дружище, привет, зря ты на меня нарываешься. Очередной скелет, иди сюда, малыш. Кусь. Мне кажется, я быстрее алмазы найду, чем ту пещеру. Придется вернуться обратно. Все здесь закручено, все здесь однообразное, похоже. Я начинаю голодать, это самое страшное. Голода совсем немножко осталось. Очень много
редстоуна. Ну ладно, может пригодиться в будущем. Тем временем Джек получил талант древнее знание. Возможно, он нашел книгу или что-то такое. А тем временем я нашел алмазы. Думаю, Джек обрадуется. Сколько их тут? 4 штуки минимум. Все. Так, сейчас добываю по-быстрому эти алмазы и бегу к Джеку. Есть достижение. 4, 5, 6. Как их много на одном месте. 8 штук. Блин, если бы у меня сейчас была зачарованная кирка на удачу, точнее на добычу, я бы не представляю, что бы сейчас это было. Возможно, здесь где-то еще есть. Как раз я нахожусь внизу. Моя главная цель, естественно. Естественно, найти клинок. Пока что у меня, правда, не очень получается. Но это не проблема. Это не беда. Рано или поздно получится все. Еще алмазы! Простой поход в пещеру обвенчался таким успехом. Ну, здесь, конечно, поменьше, всего лишь 2, но все же. Алмазы есть алмазы. Как удобно быть летучей мышей. Просто моментально везде пролетаешь. Все-таки зря я хотел отказаться от своих способностей. Они меня очень выручают. Единственное, что в будущем, возможно, я поменяю таланты и перейду с телепорта на какую-нибудь заморозку, потому что заморозка помогает против боссов или против каких-либо противников. Ну, представьте, замораживаете игрока на несколько секунд, он ничего не может делать. Ты можешь его спокойно убивать. На самом деле, очень сильный талант. Ладно, а тем временем мне надо хотя бы просто выбраться. Вспомнить, где только выход, а то я блуждаю уже по пещерам. В принципе, я уже выбираюсь, тут уже нечего делать. Добуду немного только угля напоследок. Так, 1, 2, 3, 4. Опа, еще одна пещера. Так, похоже на генерацию шахт. А ну смотрим, да-да-да-да-да, бинго, это шахта. Вполне возможно, есть сундук. Вполне возможно, что здесь сейчас будет меч. Да, искатель сердец, улучшенный, супер, золотое яблоко, семена арбуза, соль, все. Так, подбираем. Поход в шахту обещался довольно-таки успешно, забираем сундук. Может, найдем что-то еще здесь интересное. Так, разветвление шахты просто огромное. Может, здесь я еще найду пару мечей. Буду бегать с двумя мечами одновременно. Ой, немножко разрушена генерация получилась, но не беда. Опа, и еще. Ну, в принципе, улов неплохой. Бирка есть, есть золото. Редстоун может пригодиться для всяких механизмов и ловушек в моем замке Дракулы. Еще один искатель сердец, тоже улучшенный. Так, хорошо, забираем все, что есть. Привет, Крипер, я знаю, ты меня боишься, беги, глупышка. Так, забираю, чтобы не путаться в сундуках. Сейчас исследуем всю шахту. Немножко, правда, она мне не нравится своей необычностью. Еще сундук. Не, ну это настоящий хороший улов. Еще один искатель сердец. Да давайте мне уже пронзатель сердец. Я уже хочу хоть какое-то разнообразие. У меня 3 одинаковых меча. Я-то думал, мне вообще не повезет, ни одного не найду. А тут целое такое казино-рулетка. Повезло, так повезло. Так, привет, Крипер. Ух, да тут даже оружие для Джека найдется. Все, у меня достаточно. Даже вот еще немного лазурита наберем. Как раз будет стак. Единственное, для счастья не хватало просто найти комнату вампира. Так, где я тут еще был? Где не был? Бинго. Искатель сердец, еще один. Да сколько можно? Так, ну я немножко проголодался. Ну и ладно. Все, выбираемся. Так, огромный разлом. Что мы там видим? Обсидиан. Еще золото. В принципе, пока мы в каньоне, думаю, здесь можно найти как раз еще много алмазов. Хорошее начало. Мне очень нравится. А у меня почти закончилось место в инвентаре. Ой-ой-ой, дело плохо. Дело пахнет керосином. Хова. И добываем алмазик. Еще один. Опасно, надеюсь, здесь нигде нету лавы. Есть. Еще 4 алмаза в коллекцию. 14 штук. Просто с ничего. А лазурит пока что не буду добывать. Не буду тратить на это время. Хочу уже быстрее просто поделиться новостями с Джеком. Единственное, на что потрачу время, так это на золото. Скажите мне, самая бесполезная руда. Но нет. Как раз для вампира, для вампирских штучек она еще понадобится. Еще редстоуна немного. Давайте доберем до стака. Достаточно. И просто летим наверх. Ладно, ребят, увидимся уже наверху. Я просто прокопаю путь наверх. Джек, я возвращаюсь с очень хорошими новостями. Я накопал очень много классной руды. И еще алмазик. О, алмазик. Джек, ты где? Алмазик, смотри. Джек, смотри, что у меня есть. У меня есть искатель сердец. Еще один искатель сердец. Еще один искатель сердец. И не поверишь, еще один искатель сердец. Ты с ума сошел? Да. А еще я могу есть им пользоваться? Нет, ты им не можешь. Шлем строителей, там вот, вампирская штучка. Кучу семян арбуза, кучу семян тыквы. Тут святая вода, это для тебя. Потом лазурит, 14 алмазов, 12 золота. Там на самом деле было очень много его. 3 бирки, святая вода и золотое яблоко оставлю себе. Знаешь, мне даже неловко, я хотел похвастаться, но... Я так подумал, мне особо и хвастаться нечем. 55 железа и 3 стака угля. Ну нормально, для начала сойдет. Опа, откуда у нас контейнеры с кровью? Это я принес. Ты тоже нашел комнату вампиров? А, да, я помню, у тебя было достижение в древнее писание. Ладно, ребята, сейчас решение будет принято за вами. Мы остаемся возле вампирских лесов, с Джеком выживаем здесь, или ищем как можно больше деревень и начинаем развиваться возле них вместе с жителями. Да, мне, кстати, тоже интересно, что выберут ребята. Так что давайте, справа вверху будет голосование, или просто пишите в комментариях.
Да, ребят, мы будем ждать ваших вариантов. Единственное, что я не сделал на эту серию, что мне очень хотелось, это вампирский гроб. Поэтому, Джек, я беру древесину, а у нас нету древесины. Да и вообще, знаешь, градус, я немножко недоволен. Мы живем в сарае. В сарае из песка. А что ты хотел? В начале ролика так оно всегда. Я вообще в прошлых летсплеях жил просто в земле и все, выкапывал себе пещеру там 3 на 3 и нормально, не жаловался. Ну понятно, типичная жизнь вампира-крота. Да-да-да-да-да. Я воспользуюсь твоими алмазиками исключительно для кирочки. Ты не против? Одну кирку сделаешь, хорошо. Да. А, пока что я убивать, мне надо убить 3 овечки. Не-не-не, иди сюда. Не, все, убил, не, убил. Все, у меня есть, у меня достаточно всего. Все, все готово для того, чтобы сделать себе настоящий вампирский гроб. Ну понятно. Увидимся в следующей серии. Ну что ж, ребята, первая серия второго сезона подходит к концу. И мы с Джеком ждем вашего голосования, ваших результатов. Пишите в комментариях, а также наша старая добрая традиция. Пишите в комментариях, как мы назовем два этих меча, левый и правый, правый и левый. И команда Чип и Дейл, точнее вампир и охотник, с вами прощается. Йопчо, пока! Всем кря, ребята! Не забываем, 15 тысяч лайков, и мы выпускаем следующую часть. А также, ребята, специально закадровый голос, или как это можно назвать, для тех, кто остался со мной до конца. Спасибо вам, ребята, за все. Мне очень приятно, что вы меня смотрите, что вы меня поддерживаете, нас с утенком Джеком. Не думайте ничего плохого о Насте. Так получилось, что Настя должна сейчас переезжать в другой город, или как она там сказала, я не помню. Проблема в том, что мы не сможем с ней сейчас снимать. В итоге мы сделали небольшой такой сюжетный поворот, в котором Настя оказалась плохой. Но я надеюсь, у нас не получится еще записывать видосы. А также, скорее всего, больше таких вот сюжетных поворотов не будет. Ладно, покатаюсь на зомби. А по типу мы нашли Дракулу или меня заперли в тюрьму, а будет просто обычный летсплей, в котором мы с Джеком будем развиваться. Так что спасибо всем за просмотр, кто послушал этот монолог, диалог, разговор. Всем удачи, ребята, до скорых встреч. Не забывайте про лайки. Также буду очень благодарен, если расскажете про видос друзьям. Всем хорошего настроения, всем пока. We'll be right back.